Сегодня я хотела бы вам оставить видео, которое было удалено. Удалено не буду говорить по какой причине, но на то были свои причины. Поэтому предлагаю сначала вспомнить о нашем, так сказать, конкурсе, вернее, не конкурсе, а флешмобе, который у нас сейчас идет, и причем идет очень прям. И давайте-ка вернемся к одному из самых классных концертов, который был какое-то количество времени назад. В прошлом видео я задала старт особому такому флешмобу, который называется «Новый тег воздух». Соответственно, вопросы, если вам интересны для этого тега, я могу вам выслать. Вы пишите под этим видео, либо под тем видео комментарии, либо я вас нахожу на просторах Ютуба и пишу, не хотели бы вы поучаствовать. Соответственно, если вы хотите участвовать, вы отписываетесь, если нет, ну, как говорится, то и сюда нет. Там все настолько предельно просто, вы ставите камеру, у вас будут вопросы, вы снимаете по ним новый тег, и потом самый прикольный момент мы вставляем уже, ну, через 2 недели, грубо говоря, осталось. У вас осталось 2 недели для этого, я тоже снимаю свой, свой тег, заговорилась я опять здесь, свой тег, и после этого я показываю в следующем видео ваши отрезки, то, как вы отвечали, самые прикольные моменты. У меня уже есть там 2 девочки, которые сделали очень классные видосы, поэтому пишите. Пока что 200 видеоблогеров не собралось, потому что мало времени прошло, да не все знают. Но я говорю одно, то, что этот тег набирает оборот, это правда. Поэтому спешите. Сейчас я хотела вам показать видео, которое было удалено. По причинам, которые я не буду говорить. Но это видеоотчет с концертов приезда к Марсу. Поэтому... Случился в Москве концерт. Концерт замечательной группы. Те, кто понимает, о чем я говорю, те, конечно же, знают, что я ходила на концерт Марса. Это долгожданный концерт, который случился у нас вчера. Все знают, что концерт должен состояться в пятницу, но, к сожалению, Джа заболел. Причем заболел очень сильно, у него был ларингит, и он сейчас, наверное, есть. И выступал он с температурой. К сожалению, на концерте под конец мероприятия вчера у него сел голос, и Джа было очень сложно выступать. Я также была на концерте с температурой, можно тоже так сказать, но у меня какая-то обычная простуда. И в пятницу, когда я приезжала в Олимпийский, до того момента, как я узнала, что концерта не будет, я тоже себя чувствовала просто ужасно. Но как можно пропустить концерт лета? Это прям... Ну, прям, я не знаю, это такое событие на самом деле. Я понимаю, что лето достаточно часто приезжает в Москву. Он приезжал год назад, у него был тоже очень большой концерт. Но кто знает, через какое время он появится вообще в Москве. И будет ли его концерт еще. Поэтому я, напившись всевозможных таблеток, которые только можно назвать простуды, рванула на концерт. 3 часа мы его ждали, то есть я приехала за 2 часа до начала концерта, потом мы еще 1,5 часа стояли. У меня, как обычно, танцевальный партер, потому что я не представляю в моей жизни, сидя в кресле на концерте и хлопая в ладоши, мне кажется, это просто, ну, это не концерт. Ты должен ощущать музыку, должен ощущать публику, толпу и быть ближе к звезде. Ну, мне, по крайней мере, так кажется, что это очень-очень классно. Сам Джаред Лето был на самом деле необыкновенным, и сам концерт был очень-очень волшебным, ну, по крайней мере, мне так показалось. Мне кажется, что у Лето самые, наверное, милые, добрые фанаты, то есть не было особых давок, все с пониманием ждали концерт, все как-то себя очень-очень хорошо вели, даже фанки. Хотя сказали, что в фан-секторе творилось какое-то мясо, но не знаю, то есть как бы... Я стояла в начале танцевального портера, ну, как обычно. И я не могу сказать, что было как-то очень-очень плохо. Причем мне понравилось, что до концерта все было очень хорошо организовано, то есть очереди очень быстро расходились. Вот открывали даже отдельные входы в подъезд, чтобы не создавали очередь, так как на улице шел дичайший снег, и было просто очень холодно на улице. После концерта вся эта толпа очень плавно пошла в метро. Так вот, вы представляете, что... Эту толпу, грубо говоря, охраняли сотрудники полиции и следили за порядком, чтобы все было хорошо, чтобы не было никаких проблем. И
ну, чтобы не создавали каких-то серьезных ситуаций. Даже перекрывали дорогу, чтобы зрители, которые пришли на концерт, они прошли нормально, потому что там не было светофора. В целом, сейчас хочу вам показать кадры пятницы, о том, как объявили то, что концерта не будет. Я не представляю, что случилось с людьми, которые приехали из других городов. Потому что концерт перенесли 20 числа на 22-е. И, соответственно, 22 числа, может, кто-то даже не попал. К сожалению, у меня не так много видео с концерта, но я в любом случае хочу показать то, как люди его любят, то, как они пытаются каждую секунду заснять на свои айфоны, смартфоны, гаджеты, в общем, все что угодно. И хотя бы хоть каплю мне хотелось бы передать атмосферу, которая была вчера на концерте у Лета. Да, нормально. Общаемся, потому что мне интересно, кто здесь стоял, что увидел, потому что фотографии друзей, которые у меня были, я уже посмотрела в ленте в Инстаграме, потому что, конечно, все выложили. И спасибо вам большое, то, что остаетесь со мной. Всем пока!